Октябрь. Миколаїв. Настрої у нас ніяк не панічні. Що для вас 70 на 30? 70 на 30 для нас це чудовий рецепт мирного населення, яке готується зустрічати ворога на своїй землі. Закликаю всіх, приходьте в дом офіцерів та флоту, готуйте коктейлі Молотова, готуйтесь робити те, що ви максимум можете робити для того, щоб Миколаїв залишився вашою батьківщиною. Чудові юнаки та юначки займаються зараз дуже корисною справою. Все в дом офицеров флота. Давайте, поддерживаем. Родители живут возле армейской части, армейскую часть начали тоже бомбить. Живут возле полигона, это все тоже бомбится. И, естественно, нас не защищают от бандеровцев. Это, думаю, понятно, не знаю, стоит ли об этом говорить. Это полная агрессия со стороны России. Мы защищаемся, защищается Украина, насколько может. Очень страшно. Страшно за родителей, страшно за бабушек, дедушек, потому что мои родители сейчас живут и заботятся про мою бабушку, которая уже, к сожалению, не ходит. То есть мои родители не смогут никуда уехать, они не оставят ее. Вторая бабушка по соседству, которая ходит, но она тоже никуда не оставит никогда свой дом. И те, кто говорил, что по мирным жителям там ничего не будет, там только там по каким-то важным военным объектам. Ребята, у моей подруги в Одессе сегодня разбомбили дачу полностью. Полностью, просто в дачу попала ракета. Случайно, специально, хрен его знает. Наша армия готова. Вот сейчас все-таки не 2014 год, а 2022, и мы уже знаем, с чем имеем дело. Лично я занимаю позицию спокойную, уравновешенную. Вот, я верю в то, что все будет хорошо. Я не паникую, никуда не собираюсь уезжать. Я собираюсь отстаивать, вот, как минимум, границы своего дома. Родные мои настроены позитивно, а мы настроены оставаться здесь, потому что, ну, некуда бежать, вот, и в переносном смысле. Поэтому свой дом и свою страну мы не бросим. Мы настроены оставаться здесь, узнавать, чем можно помочь и помогать. Знову були вибухи і у Гостомелі, і у Вишгороді. Наразі це відбувається майже по всій території України. Насправді це дуже страшно. Ніхто не знає, що робити, куди бігти. Зараз всюди не є безпечно і не є небезпечно. Тобто ти не знаєш, куди тобі навіть бігти. Тож, ми намагаємося тримати спокій, ми намагаємося читати тільки перевірені ЗМІ, перевіряти інформацію. От, вивчили, де у нас бомбосховища, куди нам можна сховатися. Тривожні валізки позбирали. І віримо і сподіваємося, що все буде добре. В университетах и садиках сейчас отменили, но в некоторых университетах все-таки проводят дистанционно онлайн. Президент и другие официальные лица выходят на связь с нами и доносят актуальную информацию, призывают народ не паниковать. Да. Российская Федерация нападает на Украину, на мою родину. Зараз в Киеве уже есть российские войска. Они прорвались на оболоне. Едут с Чернобыльская АЭС захвачена. Они едут звідси, через Беларусь. Там, где Лукашенко их пропустил. Да? І вони їдуть сьогодні, хочуть захватувати Київ. Будемо чинити спротив, будемо гризти їхні шиї, бо ці суки не пройдуть. Вони не пройдуть, не захлинуться. Ніколи, ніколи вони не отримують Україну. Слава Україні!